Вот сейчас нас смотрят тысячи, десятки, сотни тысяч, может быть, молодых людей, энергичных молодых людей. Какой бы вы им совет дали? Я бы дал совет такой: осознайте свою значимость. Осознайте свою значимость, что вы значите очень много для этого мира. Вы знаете, проблема всех, большинства людей в том, что у них низкая самооценка. Человек с низкой самооценкой никогда ничего не добьется. Человек с высокой самооценкой, его остановить невозможно, потому что человек с высокой самооценкой всегда ставит себе высокие цели. И эта высокая самооценка о себе не позволяет ему не достигать этих целей. И человеку с высокой самооценкой никогда не требуется мотивация.